Здравствуйте! Сегодня я хочу вас научить очень вкусному корейскому салату хе из рыбы. Для этого нам понадобится селедь 4 штуки, лук, соевый соус, соль, сахар, сладкий перец, огурец, зелень, петрушка и укроп, чеснок. Также нам надо будет специи, кориандр, паприка, черный перец молотый. И красный острый перец. Также нам понадобится глутамат натрия, масло растительное и уксусная эссенция 70%. Сначала мы займемся рыбой. Отделим филе от косточки. Итак, приступим. Отделим голову. Таким образом мы отделяем филе от косточки. Очень легко снимается, без всяких каких-то там усилий. Уберем вот эту пленочку, потому что она может дать горечь. Потом мы еще помоем. Вот эту часть отрежем, потому что здесь много мелких косточек таких. Мы потом еще мелкие косточки уберем. После того, как мы отделили косточки от филе, помыли филе, теперь вот так слегка руками прощупаем, чтобы не было таких больших косточек. Маленькие, если будет, ничего страшного, уксусная эссенция на разъезд. Такие маленькие поубирать. И можно резать. Вот такие полоски примерно в пол сантиметра ширины режем. Плавники отрезаем, потому что они не сварятся. И выкладываем это в блюдце стеклянное. Таким способом мы проделаем со всеми. Можно вот так по две взять, чтобы было это быстрее. И режем. Есть уже продают на рынке. Я очень много встречал. Готовое филе. Его только разморозил и нарезал и приготовил без отходов. Все, закончили мы с филе. Теперь слегка посолим. Примерно пол чайной ложки. Две с половиной столовой ложки уксусной эссенции. Вот мы наливаем примерно здесь килограмм рыбы. И надо будет хорошо все помешать. Видите, мясо сразу побелело. Эссенция, она варит. Все, после того, как мы перемешали, накроем это пищевой пленкой. И отправим в холодильник на полчаса, чтобы она проварилась. Пока уксусная эссенция делает свое дело с филе, мы займемся морковкой и луком. Мы натерем его на специальной терке для морковчи. Вот такими длинными полосками. У нас есть видео, где мы снимали морковчу. Мы оставим вам ссылку снизу. Все, после того, как натерли, ложим в кастрюлю. Также нам надо полукольцами мелко нарезать лук. Все, лук мы нарезали. Добавим сюда одну чайную ложку. Хорошо перемешаем и слегка посолим. Вообще чуть-чуть. Все, пусть наши овощи маринуются. Пока морковь с луком маринуется,
мы займемся перцем. Нарежем перец такими маленькими красивыми полосочками. Честно сказать, перца сильно много и не надо. Вот этого зеленого достаточно будет. Прекрасно его нарежем. Свежий перец все равно даст свой вкус какой-то, а вот гамма цветов даст очень яркий вид, красивый. Но уже как-то, да, вот, мне кажется, сочетается зеленый с красным. Представьте, что здесь будет лук белый. Морковка желтая. Теперь огурец надо взять, отрезаем жопки и поделим его. Теперь мы измельчим чеснок. Вот так надавили. И теперь мелко мы так раз. Измельчим все. Теперь мы вторую луковицу порежем. Тоже полукольцами. Но уже для зажарки. Итак, приступим к зажарке. Наливаем 100 грамм масла растительного. И разогреем его. После того, как масло разогрелось, кинем лук. И будем жарить его до прозрачного состояния. При этом слегка помешивая. Добавляем сюда приправы. Хорошо так помешаем. Чтоб не на сильном огне, потому что может приправа сгореть, станет черная. Все, достаточно. Сразу же в горячее масло ложим чеснок. Перемешиваем. Сразу аромат пошел чеснока. Все, осталось все перемешать. И наш салат будет готов. Так, и настал момент перемешать все наши заготовки. Вот эту водичку не надо наливать. Также сюда ложим. Огурцы и перец. Туда же высыпаем морковчу с луком. Сюда же выливаем зажарку.
туда же сыпем глутамат. Шесть столовых ложек соевого соуса. Примерно пол чайной ложки соли. Потом, после того, как он дойдет, мы еще раз проверим соль и по необходимости добавим. Также сюда поставим 3 чайные ложки сахара. Теперь надо все это перемешать. Все мы перемешали, закрываем крышкой. И положим в холодильник на 10 часов. Получилось ярко-красочно, красиво, а самое главное вкусно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!